Ну что, всем привет. Начинается у нас тут новый месяц, февраль. Ну и решили закатить мы наш ГАЗ-69 Бобик в гараж для оживления. Да, конечно, комментариев что-то вы там мало. Вернее, лайков под видео, под обзором оставили, как бы просмотров немного, но все равно время идет, и плюс нас тут заметает. Еще, наверное, один хороший буранчик, и мы больше здесь не проковыряем. И мы его тогда до весны отсюда не достанем. Вот поэтому время, кажется, уже поджало нас. Не будем мы больше затягивать с этим моментом. Надо с ним определиться, что мы с ним будем делать. Или в оригинале. Ну и сейчас повторюсь, кто, может, не видел предыдущее видео. В принципе, газик более-менее комплектный в оригинале. И если у нас сейчас получится оживить двигатель, ну и его самого оживить, и он, так сказать, поедет, то будем мы его оставлять в стоке. Постараемся к весне его подкрасить. Даже постараемся на 9 мая. Но если у нас что-то с двигателем, с трансмиссией уже серьезное, ну, что будет, как говорится, серьезных вмешательств уже требует там по деньгам, да, и, короче, реставрировать мы его не будем тогда. И будем, как я и планировал его, брал для чего этот газик, делать уже из него, можно сказать, самоделку. Ну, а какую самоделку там или будем делать, не будем, пока рассказывать не буду. В предыдущем видео я это показывал. Рассказывал, вернее, что я хочу с ним сделать. Посмотрите, зайдите. Плейлист про него, про Бобик. Ну все, сейчас вот наша задача его отсюда выковырить. Не знаю, правда, как, нам уже развернуть его не получится. И это видео будет чисто, как мы его, можно сказать, выковыриваем и затаскиваем в гараж. Поэтому ему надо сейчас 2-3 дня будет оттаивать еще этому газику. В общем, вот такое будет видео сегодня.
передачу попониже и ключ. Ну вроде пошел сейчас, загрузился трактор, блин. Так, ну что, Бобика отсюда вытащили. Только трактор у нас получается заблокированный. И сейчас мы будем. Вон, посмотрите, где он стоял. Бобик. Надо будет здесь маленько снег посолкать туда, машину очистить, да? Ну сейчас мы трактор загоним, почистил этот. Бобика загоним в гараж. Давай сейчас маленько еще здесь его обметем получше. И потолкаем уже в гараж. Так, снимем мы сейчас еще тент, чтобы нам это барахло не возить туда в гараж. Сразу его поснимаем. Он уже все равно почти снятый, да, Мишка? Здесь сверху, конечно, да, он сгнил здесь. Нам он все равно сейчас не нужен абсолютно. Ну что, вытаскивай, вытаскивай. Да веревочки-то эти пусть, Миш. Они тебе не мешают. Ну, у кого тут? Вот. Он уже все. Труха уже не тем. Ой, ну не успела залезть, он уже он весь уже сгнил. Да он даже без него лучше смотрится. Вот эти дуги тоже надо снять. Вот и вся любовь. Бац, бац. И в точку, да? Не нужна, блин. Все, ну дуги пусть. Здесь. Сильно не прижимай. Нормально.
четко. Так. Влево! Зачем влево-то? Я говорю, влево крути. Не-не-не! Это вы что делаете-то? У меня сейчас сердце остановится. Влево, Миша! Вот так вот, да. Прямо. Еще маленько, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, вот так. Покупать-то нельзя, он такая дуба не дал, блядь. Так, маленько, чуть-чуть влево, чуть-чуть. Так, так, прям, прямо, прямо так. Так, ну все. Газончик в гараже. Теперь пускай оттаивает. И завтра мы с утречка уже займемся им. Вот, двигатель разгрузить, дуги надо поснимать, они вон задели, бля. Сейчас заезжаем. Только мы сейчас тут еще фигму вытащим, да? Ну ладно, не страшно. Он довольно высокий, блин. Вот все это разгрузить надо будет, убрать. И будем там подцеплять, каких не хватает агрегатов. Ну это, в общем, уже в следующем видео увидите. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, кто еще не подписан и не нажал на колокольчик. Также заходите в плейлист ГАЗ-69 Бобик. В общем, вот так вот. А на этом всем спасибо за внимание и до свидания.